Рефери поединка Лука Бадилонга, Италия. Дамы и господа, приветствуйте на пути в золотой угол ринга боксер, представляющий Россию, Давид Цокаев! Дамы и господа, это первый бой вечера, шестираундовый поединок весовой категории до 86 килограммов. Представляю участников этого боя и первым боксера в черном углу ринга. Ему 20 лет, его рост 185 сантиметров, а вес 83,8 килограмма. Дебютирующий в профессионалах, чемпион Азии, финалист юниорского чемпионата мира из Намангана, Узбекистан, Рахматулло Байматов! Боксеру в золотом углу 25 лет. Его рост также 185 сантиметров, а вес 85,8 килограмма. Финалист чемпионата России среди молодежи. Его впечатляющий рекорд насчитывает 10 боев, 10 побед, 6 из них нокаутом. Из Владикавказа, Северная Осетия, Алания, Давид Хитман Цокаев! Your gloves and good luck. Первый раунд. Thank you.
секунданты за ринг. Второй раунд. Третий раунд. Aynen şükür. Aynen şükür.
Секунданты за ринг. Четвертый раунд.
секунданты Зарин. Пятый раунд. Секунданты Зарин. Заключительный шестой раунд. Thank you.
Итак, дамы и господа, прежде чем прозвучит имя победителя, ваши аплодисменты обоим боксерам за этот потрясающий и яркий бой. Итак, в этом бою единогласным решением судей победу одержал, and your winner by unanimous decision from the gold corner, David Хитман Цукаев! Россия! И ваши аплодисменты его сопернику Рахматулло Байматову, Узбекистан!